Моя мама учитель чего-то. А папа на заводе делает жвачки и приносит их домой. Главная девочка. Делает рекламу и работает. Родители у меня работают в сфере рекламы. Отец занимается производственной рекламой. Это всякие вывески, конструкции. Достаточно интересно. То есть именно с технологической точки зрения. Мама занимается BTL-услуги. Это в основном это так называемый below the line. Это когда идет непосредственное взаимодействие с клиентом. То есть уже более точечная реклама. Папа футболом. Мама водит на машине по делам. Снимает рекламу. Пошлет глаза из-за компьютера. Печатают на компьютере. Папа с мамой не разговаривают дома о работе. Я иду на работу. Композитные материалы, стеллы, вывески и так далее. Ну, от мамы разные тоже термины из рекламы, типа BTL, outdoor, indoor. Папа меня очень любит. Чтобы родители знали, чего покупать для ребенка. Это в телевизоре, это говорят. Реклама – это когда смотришь по чуть-чуть. В принципе, это просто способ продать услугу, вещь, продукт. Реклама – это кино. Реклама – это мини-кино, в котором снимаются актеры. И обязательно оно бывает смешно, а бывает нет. И обязательно в конце рекламе показывается товар, который рекламировать хотели. Логотип – это такой значок фирмы. Не знаю. Логотип – это не знаю. Визуализация чего-либо. Ну, в смысле, дизайн может быть автомобиля, дизайн интерьера. Это логопед. Логопед – это когда занимаются логопедом. Это такая фигня. Я не знаю. Когда люди катаются на роликах, собирают самолеты, ну и катер. Большой дубовый. Архитектор? Дяди с усами. Наверное, конструктор. Я не смогу ответить на этот вопрос, потому что я там попадаю, допустим, в школу, хочу стать учителем.